Приветствую всех! Сегодня хочу записать еще один анонс. До этого я записывала анонс на своей диагностической медитативной сказке. А сейчас я хочу записать еще один анонс на свою услугу. Это мастер-класс по метафорическим картам в записи. Этот мастер-класс длительностью, да, либо продолжительностью в один час. Он в формате руки-карты, да, то есть меня там нету в камере. Это для тех, кому важно меня видеть. Вот. А я показываю свои метафорические колоды, две. В данном случае у меня есть еще одна, но она достаточно сложнее в интерпретации. Этот мастер-класс я записала по просьбе Натальи. Она в одном из видео, где я делала, по-моему, обзор как раз-таки своих метафорических колод. У меня есть плейлист на канале, который так и называется «Обзор моих колод». И вот я делала обзор на свои метафорические карты. Она попросила простое объяснение, как можно считывать эти метафорические карты. И я решила записать формат мастер-класса. Как я уже сказала, да, он продолжительностью один час, и я подробно рассказываю там, как я считываю метафорические карты, маг-карты, да, как я с ними работаю, не включая, если не включать интуицию. В принципе, я во всех своих считках включаю интуицию, но, возможно, есть люди, которые не умеют работать, ну, то есть не умеют прислушиваться даже, потому что интуиция, она есть у всех, да, просто не знает, как с ней взаимодействовать, да, как с ней работать. И вот исключительно на основе психологии и на логических каких-то умозаключениях, вот, я рассказывала, как можно работать с метафорическими картами, то есть на что я обращаю, например, ну, вам сейчас далеко видеть, вот, в общем, я показываю, да, например, где я обращаю на цвет обязательно, что означает каждый цвет, обращаю внимание на фигуры, на положение тела, на то, что правая сторона тела у нас ответственна за скорее всего, за правую сторону нашего тела ответственна левая полушария, у нас идет крест-накрест, и за левую часть нашего тела у нас ответственно правое полушарие. Одно полушарие у нас отвечает за интеллект, за логическое мышление, а другой полушарий у нас отвечает за творчество и за наше бессознательное, если так можно сказать. И вот исходя из этого, в какой я обращаю внимание в этом мастер-классе, в какой руке мы что держим, что у нас означают руки, например, что у нас означают ноги, на это все мы тоже обращаем внимание. Если, например, есть стихии, изображение стихии, например, земля. Земля говорит всегда про стабильность, да, она всегда говорит про некую опору, некий фундамент. Если это река, да, опять-таки обращаем внимание на то, в каком направлении течет река, что означает река. То есть, по сути, метафорические карты – это работа с ассоциативным рядом. Что это означает для нас? Видим, например, карту, здесь девушка стоит на вершине горы. Вот, то первое, что мы спрашиваем, с чем она ассоциируется. И сразу, отвечая на этот вопрос, у человека рождаются в голове какие-то воспоминания. Возможно, это воспоминания из нашего прошлого какого-то опыта. То есть, возможно, когда-то были, горевали, и хотелось побыть одному, и вы, если есть какие-то холмы возвышенности, да, горы, ходите туда для того, чтобы порефлексировать, к примеру. Ну, так убивает у меня, у нас горы здесь неподалеку, вот я, в принципе, так и делала. Поэтому, исходя из своего опыта, я могу предположить, что вот что-то такое может быть напоминать. Для кого-то, может быть, человек на вершине горы, это является ассоциацией победителя. Но здесь мы видим, что она на вершине горы, и она вот куда-то смотрит себе под ноги, вот, а внизу там некая такая пропасть, слишком высоко. Вот о чем она может думать. То есть здесь интерпретации могут быть абсолютно разные. В мастер-классе я про это все подробно рассказываю. Также в этом мастер-классе я рекомендую один сайт для метафорических карт. Он полностью создан именно под это. Да? То есть они продают, это российский сайт.
Они продают метафорические карты в этой, на этом сайте. Все эти колоды, эти карты, они как это, распределены по тематикам, да, то есть это могут быть убеждения, это могут быть сценарии, отношения, эмоции и так далее, и так далее. Очень много разных авторов. Вот, это про то, что мне задают вопрос, для того, чтобы приобрести этот мастер-класс, какую колоду купить? Так вот, для того, чтобы приобрести мастер-класс, колоду покупать вообще не нужно. Достаточно просто сначала послушать этот мастер-класс, потом зайти на этот сайт и выбрать для себя, вот прям по ощущениям, колоду, которая вам будет откликаться. Например, там есть колоды, которые называются, например, «Дороги», либо «Двери». И вот в этой колоде очень много разных дверей. Изображено, очень напоминает, может быть, как что-то 78 дверей, да, но там просто чисто двери, без людей. Либо там дороги, да, разные дороги, либо разные эмоции. То есть по вашему, с одной стороны, запросу, что вы хотите смотреть на метафорических картах, например, вот эта колода называется «Про тебя». Здесь женские такие архетипы, да, женские картинки нарисованы везде, вот, женщины. Есть та же такая же аналогичная колода, она называется «Это все о нем». Вот так вот она выглядит, да, здесь мужчины изображены, то есть если вы хотите, например, работать по взаимоотношениям, можете отдельно для мужчин взять эту колоду, поработать, посмотреть, либо для женщин отдельно взять, да, либо свою внутреннего мужчину, свою внутреннюю женщину, то есть все зависит от запроса. Если вы хотите поработать, например, с финансовым каналом, там есть отдельные колоды, поэтому что-то порекомендовать, возьмите это, возьмите то, я не могу, все зависит от того, с какой целью, ну, по крайней мере, я так выбираю колоды. Под какую цель мне нужна колода? Вообще, по идее, столько, сколько я рекламирую этот сайт, да, надо уже брать за рекламу, так кажется. Вот. Шучу, конечно, потому что я всегда любые источники советую, рекомендую вот с огромным уважением и с любовью, и без каких-то корысти, да, чтобы вот как-то навариться на этом деле. Нет, просто я это использую, и я всегда про это говорю. Итак, если вы хотите приобрести этот мастер-класс, я специально не озвучиваю цену, потому что я заметила, что анонсы, которые я записываю, через какой, я обозначиваю сумму, через какое-то время цена меняется. Вот, и мне становится иногда неловко, что тогда была одна, а сейчас на самом деле другая. Поэтому я решила, что я не буду озвучивать цены. Вы можете узнать цену этого мастер-класса. Она очень доступна. Я специально сделала такую низкую. Кто-то мне сказал, что почему так низко. Я сделала специально такую цену, чтобы люди не говорили о том, что вот у меня нету денег, да, вот мне не хватает, я не могу это приобрести. На самом деле это приобрести, ну, может каждый, да, то есть цена такая. Что за цена? В описании к этому анонсу вы увидите ссылку на мои услуги, переходите, вы там прочитаете про этот мастер-класс и сколько он стоит. Для чего? Кому может подойти этот мастер-класс? Ну, во-первых, это не для тарологов, которые, скорее всего, не только для тарологов, кто использует метафорические карты, да, либо психологи, то есть не только для профессионалов. Этот мастер-класс я вообще порекомендовала всем. Почему? Объясню. Потому что все из нас смотрят сны, да, все вы видите сны. Иногда нам очень интересно проинтерпретировать эти сны. Что мы делаем? Мы включаем, открываем Google, например, и входим в Соник тот или иной, вот, и начинаем интерпретировать. Это не совсем верный подход. Потому что ваши символы, они имеют отношение непосредственно к вам. Например, если кто-то видит змею во сне, и для кого-то это может показаться враг, то в какой-то другой интерпретации змея это может показаться как энергия, как сила, как поднятие кундалини. Для кого-то это может быть показаться мудростью, да? Для кого-то это ваше, например, бессознательное. То есть для того, чтобы понять и разбираться в снах, вот этот мастер-класс он тоже подойдет. То есть если вы научитесь по тому алгоритму, о котором я говорю в этом мастер-классе, считывать знаки, то вы сможете, а, например, интерпретировать свои сны, б, вы сможете считывать знаки, которые есть вокруг вас. То есть это может быть любая картинка, как я говорю, в мастер-классе. Если вы научитесь, ну, понимать общим принципом, да, как работает этот ассоциативный ряд, вы можете открыть любую книжку, в которой есть картинки, не книжку, а журнал, в которой есть любая картинка. Задали вопрос, открыли картинку в журнале, увидели и начали ее интерпретировать, получили ответ. Либо какие-то знаки считывать, да, это тот же самый принцип. Идете по улице, да, увидели иногда перо,
либо увидели цифры. Да, вот. Иногда люди спрашивают, что означают одинаковые цифры. Да, у цифр есть свой смысл, да, свои значения. Единица – это всегда про активность, про начинание, про движение, про лидерство. Но для вас это может означать что-то другое. Например, 4 единицы для меня это всегда означало какое-то начало и некий такой портал, переход во что-то иное. Есть общая система, конечно же, но для вас каждый человек индивидуальный, восприятие индивидуальное. Как я уже сказала, увидели перышко, что означает это перышко, вот как понять, что это за знак. Вот если вы поймете принцип того, о котором я говорю в этом мастер-классе, да, как работают наши ассоциации, как вообще интерпретировать, то есть если вы научитесь интерпретировать метафорические карты, либо оракульные, то по тому же принципу вы можете считывать абсолютно все, что вас окружает в этом мире. Мне очень нравится смотреть на облака. Каждое облако, оно принимает для меня какую-то свою фигуру. И я иногда начинаю так разговаривать с пространством. Смотрю на облако и говорю, что ты хочешь мне сказать? Появляется какое-то облако, оно принимает какое-то, в моем видении, какую-то форму. Я начинаю интерпретировать этот образ и получаю ответ. И так у нас происходит диалог. Я задаю вопрос, Вселенная мне показывает в виде образа, и картинок, то есть визуального какого-то ряда. Именно по этой причине мне кажется, что этот мастер-класс, он подойдет абсолютно всем. Безусловно, я не даю там какую-то вот глубину. Обычно, когда я создаю какие-то курсы, я очень глубоко погружаюсь, то есть я изучаю, что такое, например, бессознательное, да, как оно работает. То есть я могла бы вам это дать, но этот мастер-класс, он все-таки не курс, и за час многое чего не скажешь и не расскажешь. Поэтому я дала такие, знаете, основные моменты без глубины, без погружения. И это если считывать чисто логически, да, причины следствий и ассоциативного ряда. Но если подключить к этому моменту и интуицию, вот это вот погружение, пропускание через себя этих образов, ощущения на себе, какая реакция в теле, что хочет сказать эта реакция, то это будет намного объемней интерпретация. Но интуицию, про интуицию я не рассказывала, потому что запрос, который давала девочка, он как раз был направлен на то, чтобы чисто логически, без использования интуиции, как это можно считать. Вот как я, как говорится, насколько мне хватает знаний и опыта, я поделилась в этом мастер-классе с вами. Кому интересно, переходите по ссылке «Мои услуги». Там есть моя почта, можете мне написать, если у вас есть какие-то вопросы. Либо в комментариях, здесь можете писать, конечно же. Я вам с огромным удовольствием отвечу, если есть какие-то вопросы. Всегда, и если я, ну, компетентна, если я что-то знаю, я всегда говорю. Если я не знаю, я могу сказать, что я не знаю. Для меня нет ничего такого постыдного, сказать, что да, я в этом не разбираюсь, я это не знаю. Надеюсь, что вам этот мастер-класс понравился. Те, кто его уже проходили, если вдруг смотрите случайно, я вам буду благодарна, если вы напишите комментарии, как вам понравилось, не понравилось, вот, чтобы ваши рекомендации, возможно, были полезны и для других. Ну, а если не увидели, значит, не увидели. Ничего страшного нету. Если не будет отзывов, я вам благодарна. И за то, что вы просмотрели этот анонс. И прощаюсь, желаю вам всем всего самого-самого наилучшего. Всем пока-пока.